Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Рабство израильтян в Египте. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, которые изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов, и он, иначе, и Леополь. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.